Добрый день, приятная минутка. Это анонс. Назвала перчик пламя, потому что как языки пламени, вот такие вот они, когда будут красные. Вот такой мне принесли перчик, отломили. Ну, не все, конечно, там были, но по пенечкам я посчитала 12 перчиков в кластере было, и поэтому я его назвала пламя. Тем более он будет когда краснеть, еще растет. И вот новые цветочки цветут, завязываются. И вот таким пышным кустом будет он. Он сейчас уже красавец. Красота. Ждем, когда поспеет. А острый я пробовала, да, он очень острый. Около, ну, так, в пределах огонька. Но я же сушеный его пробовала. Посмотрим, что будет дальше. Вот он растет, у него очень много ответвлений. Наберется к осени. Он сейчас 2 пяди. Я мерю его 2 пяди. Там, так что вкуснотень будет. Тут у меня стоит то, чем мы его удобряем. Бочка и 4 ведра. Так. Красотень. Вкуснотень. Но для окна это просто идеально.